Привет, друзья! С вами Раштамин, Зука и Тадоми. Всем привет! Помаши ручкой. Вот так, вот так. Вот, вот, вот. Нас часто просили показать кооперативный режим в игре Surgeon Simulation. Короче, симулятор хирурга на PlayStation 4. И вот сейчас мы попробуем это сделать. Давайте сразу перейдем к операциям. Я уже одну операцию сделал в одиночном режиме. Многие из вас это видели. Вот она у меня пройдена, ранг D. Так, и вот следующая операция, которую мне нужно выполнить, это операция по пересадке почек. А первая была по пересадке сердца. Вот, и мы попробуем сейчас ее сделать. Не знаю, возможно, у нас не получится ее сделать, но главное, мы вам покажем, что это такое. Потому что, ну, игра довольно сложная, на самом деле. Так, не закончен. Как ее запустить? О, кажется, запускаю. Короче, план таков. Я играю левой рукой, а Доми играет правой рукой. Так, что-то у нас руки переместились. Вот, смотри, вон шприц зелененький, видишь? Нет. Вон справа, зелененький шприц, тебе надо его взять. Хочу взять тряпочку. Ну, пока, может, тряпочку, но, кстати, время идет. Я возьму, наверное, молоточек. Что-то она не берется, тряпочка. О, чайка-то там. Так, я беру молоточек. Нам надо вот это все повынимать. Ты возьми сразу зеленый шприц. Я не могу. L2 при руку опустить. L2. Там стакан стоит, он мешает. Вот я аккуратненько перед шприцем и ни в коем случае не выбрасываю его из руки. Ты не тем берешь. О, вот так, вот так, вот так, вот так, бери его. Не только не втыкай, пока рано еще, рано. Я пока буду сейчас ломать ему ребра. Вот сейчас начинает кровь капать, ты пока можешь в него вколоть этот шприц. Какого это вколоть-то я мало? Ну так просто тыкай туда и все. Как? Она поворачивается, рука-то вообще? Только смотри, не в меня не воткни, потому что это... У меня глюки начнутся. Попала в него? Да-да, попал. Все, кровь перестала течь. Лучше руку там держи справа от меня, чтобы у меня ничего нету. Что, его постоянно тыкать? Да, постоянно, короче, тыкай его. Можешь прямо, мне кажется, покрывал тыкать. Во, все. Я пока ломаю, а ты постоянно тыкай. Я думаю, так должно получиться. Я не уверен, но возможно так получится. Ты не держи воткнутую эту иглу, он сдохнет нас сейчас точно. Ты ее иногда потыкивай, когда начинает кровь капать. Так, я пока тут мне сейчас все ребра разломаю. Еще надо все вынуть почки. А, надо еще и заменить их будет, эти почки. Я не знаю, получится у нас или нет. В общем, просто демонстрируем. То есть каждый игрок управляет одной рукой. У меня что-то вся в крови, да, тебя, наверное. Так. Как ты его уродски ломаешь, ему ребра-то. Ну, как еще их можно ломать? Ну, так не ломают. Наверное. Такой рукой ты скорявый, ты подумай, как вообще ломать ребра. Так, стоп, надо положить. Подвинь маленько влево, да, кольни в него, вот. Мне надо молоток выложить. Влево, правую руку подвинь, ко мне. Только не сильно близко. Так, а теперь обратно давай руку двигай. Уходи, ну, к правому стиком там, чем-то. Я пока попробую повынимать из него все внутренности. Они не вынимаются. Так, сейчас попробуем еще раз. И управление левой руки, оно полностью симметричное от правой руки. Не очень привычно, если ты играл правой. Не надо в меня тыкать! А, я нечаянно голову. Надо теперь кольнуться другим шприцом, вон тем. Там нет его. Вон синим. Ну, возьми его. Так, сейчас попробую. Ну давай, колись, шприц, берись. Надо еще пациента кольнуть. Ну давай быстрее тогда, ты это... Давай я тебя кольну. Руку высунь вперед. А меня-то зачем? Какая разница, руки-то общие. Вперед руку высунь, чтобы я смог ее кольнуть. Вот, давай вот так сейчас. Опусти как тебя пониже. Во-во. Так, сейчас. О, все. Иди кольни этого пациента, кольни. Не знаю, его колнуло или нет. Кольнул, все, кровь становится. Вот там, видишь, справа, там сильно кровь капает, если что. Так, все, я под тобой сейчас прохожу и начинаю вытаскивать внутренности из него. Надо еще все отпиливать же, наверное. Ну, тихо, аккуратнее. Давай. Что-то не берется ничего. Блин, по-моему, собака нагадила. На паузу нельзя поставить?
Ты можешь пока там потыкать клиента, я сейчас быстро уберу какашку. И мы продолжим. Это вот под столом у врача, как собака нагадила. Так, ладно, я вернулся. Так, что мы будем делать? У нас еще там что-то... Так, все, надо что-то брать и пилить, короче. Подвинься маленько влево рукой, чтобы я мог взять инструмент. Ну, ты двигай своей рукой, я не могу больше двигаться. Влево двигай. Я не двигается. Туда двигай, туда, наоборот. Влево это... Не надо так сильно-то, зачем? Меня сейчас опять уколешь. Подожди, я хочу взять этот инструмент пилящий. Пилящие инструменты попилить. Так, что как там взять его? Так, только не падай инструмент. Что ж он не берется? Так. Так, я его взял. Блин, как-то он неправильно взял его. Я не понимаю, почему он неправильно взял. Подожди. Ладно, хрен с ним. Пилим кишки там и все остальное. Так, уколы колей ему пока я все пилю ему. Да и тут только у меня не лази свои фигни. Ладно, я постараюсь. Мне вены перебили. Я постараюсь. Потому что я когда режу, оно каждый раз теряется. Нужно после этого... Ты меня режешь тоже, мне кажется. Может быть. Все может быть. Как говорится, рука руку режет. Так, не надо здесь ничего. Он умрет. Не боись. Умрет, не умрет, но операцию мы должны сделать. Я не помню, где эти кишки резать надо, чтобы они... Взялись. Сейчас, наверное, не надо было резать, а взять там все это новое. Нет, это можно рукой брать. Кали в него, мы теряем его, теряем. Ёлы-палы. Бесполезно. Ну ладно, еще разок попробуем тогда. А, спрашивают нас, когда Little Big Planet 3, уже сегодня был стрим по Little Big Planet 3. Если ты про осознанный уровень, то пока нет, пока не наберется нормальное количество уровней, то я стрим делать не буду, из-за на уровне я не буду делать стрим. Два живодера, я бы сказал. Два доктора, какие живодеры, вы чё? Так, надо тебе выбрать. Жестокое убийство. Выбери заново и это. Ну, ты не то выбрала. А надо выбрать это? Заново было, я сказала, нажать. Ну, а, я вот. Выбрала заново вообще-то, если ты ну, молодец, читать не умеешь, молодец, это молодец. Твои проблемы. Молодец, ты доктор, молодец. Кто там у нас орёт? Ты застряла, что ли? Нет, она стоит, орёт. Собака, дай нам спокойно сделать операцию так. А что, нельзя просто схватить и вытащить? А что ты хочешь схватить и вытащить? Я, да? Сейчас, подожди. Иди за шприцом, я буду пилить все. Иди за шприцом. Ты больно рано пилить начал, я шприц не взяла. Банка меня бесит, все время стоит. Ну, такова работа. Работа хирурга. Ну, не я шприц. Быстрее бери, он мне сейчас сдохнет. Нет, мне банк уже мешает. Кровопотеря. Какая банк? Где ты банку-то видишь? Вот это дурацкая да банка. Да свали ты ее отсюда и все. А. Даже брать ее не обязательно в руку. Давай, хватай. Ну никак. Ну, кнопку L2 зажми, чтобы рука... Вот, да, это тихонечко. Опускай руку и бери. Только не напарись на иглу, сейчас опять на глюки начнутся. Аккуратненько. Как ее туда вытягивать, я не понимаю. Стиком как? О, он упал. Зашибись! Все, операция за порт, можно теперь убивать спокойно клиента. Потому что о, без. Давай его... О, я хотел вот так сделать. Да я уже так делал. Можешь с него сорвать это? Ничего не нельзя. Нельзя? Блин, вот. Вот свяжешься с некомпетентными этими помощниками врачей. Можно. Дай мне допилить его. Зачем ты его допилишь? И тебе тоже сейчас тоже пилю, не знаю. Не надо. Сюда. Я вижу, так какой-то черный шрам на руке. Какой у тебя это часы? Вот, нет. Какой шрам? Вот у меня какая-то ожог. Открой. Ой, не надо меня пилить. Дай мне это. Дрель я хочу взять. О, давай, бери. У тебя получится ее взять. Получилось бы у меня взять дрель. Не берется. Ну ты рука дальше не берет. Ну давай, бери. Что это такое?
Вон дрель уже зашевелилась, давай, хватай дрель. Руку вот так поворачивай. Вот так, и давай, бери. Сам пациент сейчас сдохнет, он уже все, не успеет по дрели, так что я его допиливаю тогда. Ничего на него не происходит, это как-то даже неинтересно. Эх, ребятушки, видимо, не получится у нас его вылечить. Но сейчас попробуем еще раз. Давай, нажимай. Заново нажимай. Нажимай. Ассистент. Хоть меня колотить. Как тебя назвать? Какого? Интерн. Итак, интерны. Слушай, ты, если сам не можешь сделать, сделал бы сам. Что я должен сам? Я делаю свою работу. Какую? Расскажи мне хоть. Ребра крошу. Давай. На тебе тряпку. Ой, ты мне мешаешь тряпку кинуть. Так не надо нам не на стол ее кидать. Надо. Я хочу. Иди, шприц, бери. Мне надо. Это ничего не взять пока. Надо все отломать, отпилить. Зачем кишки-то можно было так? Нельзя их так взять. Почему? Потому что. Это неправдоподобно. Ну, а что тут правдоподобно в этой игре, кроме пьянухи? Коли за другой шприц быстрее. Там другой. Зачем ты бросил ты его? Ну все. Ну колись, а в другой шприц. Блин, ну положить нельзя было его, чтобы взять можно было. Ну все, а что? Все, опять хана, короче, пациента. Все, он кровь теряет, короче. Он пила, кстати. Мы садисты. Хирурги. Ничего, ладно, помучается, потом придет настоящий врач, его долечит. А мы тут так, мы это, стены красили в красный цвет. Ну тут что, даже дрель взять не можешь? Не берется она, вот попробуй возьми. Инвалидная рука. У тебя возьмется? Как взять дрель-то? Как дрель-то взять? Ну, ты не возьмешь дрель, а что ты отплатишь? О, стоп, я почти ее взял. Дрель, берись ты! Скальпель! Вон там что такое? Что за инструмент? Бумажка, нам не нужна бумажка. Ножницы. Это что-то взял. Для чего эта штука? Вот ей, наверное, хорошо будет все отпилить, эту штуку. Все распиливать у пациента, там все открывать. По-моему, у нас руки запутались, правый с левой. Да, музыка, кстати, в игре шикарная. Да. Хотя просто потренироваться пока, все равно он уже умрет. Но он должен принести пользу обществу, то есть в наших экспериментах. Кто играл в Warframe, я чуть попробовал играть в Warframe. Мне не очень понравилось, показалось скучновато, и я его удалил. Так, ну чё, попытка номер какой там уже? Пациент номер 10. Первые подопечные 9 штук скончались. Попробуем сделать пересадку 10-му пациенту. Я не обещал, что мы сможем сделать, но поэкспериментировать можно. Так, процесс снимания тряпки начался. Какой-то стакан я нашла, прикинь. Стакан — это самый главный у хирурга. Как же без стакана-то? Ну тихо, ты сейчас можешь принципы возьмешь. Зачем стакан ты бросил у клиента? Клиенту морга? Так, это, мне надо взять... А, бери шприц, давай, мне надо брать что-нибудь сверлильное или пилильное. Так, у тебя получится отлично, все, только меня не вкали. Так, не пугай меня. Что такое, кровь пошла чья? Ты кого-то проколола. Ну подожди, я не взял. Время какое-то идет. Ну дай мне взять, куда ты уехала-то? Какое-то время пошло. Как, зачем ты молоток? Ты очень долго им долбишь. Убери, шприц убери отсюда нафиг. Обкалывай там сбоку. Я сейчас буду быстрее долбить. Что-то он меня как-то взял. Убери от меня шприц, блин. Сейчас опять будем под... Сказал же, убери. Иди колись от другой. Колись сам. Я этот выброшу, потом мне тот не взять. Просто рукой его возьми и все. Блин, каждый раз одно и то же. Что за интерны мне попались? Какие тебе интерны? Балбесы!
Врач, который молотком ребрами ломает, это вообще живодер. Нормально все врачи молотком. Конечно, что ты хоть раз говоришь такое? Давай, этот, вену готовь. Ты себя уколол бы и все. Как? Руку выдвинь вперед, чтобы я в нее вкольнуть мог. Давай. Давай, во, все. Так, только подожди! Ты мне мешаешь своей лапой все время. Все, будет. Стой, подожди, дай я возьму себе сверлильный аппарат тогда. Все, у него нет больше шприца, я не буду. Да что ты, елопалы, не можешь ничего в руках удержать. Кто там у тебя? Мыши? Ну блин, опять я ничего взять не могу. Тебе надо взять всего лишь шприц и не выпускать его из руки. Все, что от тебя требуется. Почему у тебя всегда падает, я не знаю. Интересно, что если в него вот этим кормить? Что будет вообще? Это он типа, резко боль почувствует? Уйдь! Сразу у него кровь пошла. Да, ладно, бросим ему шприц сюда. Все, выбрасывать мусор надо, все равно весь... Все придется этого закапывать, можно и мусор вместе с ним закопать. Это что за пилюли? Диаза, что? О, вот, кстати, почки, видишь? Бери почки, пока никто не видел. Продадим. Шевелится. Почка-то, а что там шевелится? Там тоже что-то. Мы тут не делаем ничего. Рекс советует использовать лазерный скальпель. А какой из них лазерный? Где его взять, да, вот интересно. Это не вот это, который я брал? Это не лазерный скальпель, случайно, эта штука? Потому что она такая довольно-таки... Может, там нажимать на что-то надо? Блин, я взял... Да нет, оно автоматически все, когда берешь, работает. Угу. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим. Так как ты так сделаешь-то? Сейчас как-нибудь придумаю. Рекс, это лазерный скальпель или где он? Глаза, я думаю, мы не будем пересаживать, потому что мы до туда явно не дойдем. Так что вот, ребята, нам бы почки-то хоть пересадить. Я не уверен, что мы их пересадим сегодня. Так, ну я там, по-моему, все уже нормально так порезал. Можно, наверное, вынимать. Попробуй что-нибудь вынуть. Ну-ка. Ну что у тебя не вынимается? Вообще. Ты хоть хватаешь? Нет. Там печень так не занимается. Что-то не внимается все равно. Лазерный скальпель перед дрелью, говорит Рекс. Ну-ка, где он там? Ох, молодец. Вот это что ли лазерный скальпель? Вон, вон лазерный скальпель. Подожди, дай попробуем взять. Я думал, это ручка какая-то. Убери руку, а я не вижу. Ну ты мне тоже мешаешь. Ну-ка, лазерный скальпель. Это реальный лазерный скальпель? По-моему, это ручка. Нет, лазерный скальпель правда. Да? Он красный светится. Только ты его взял как-то по-уродски, ничего не видно. Это должно быть видно. Что он делал? Может, ты его другой стороной вообще взял? Мне кажется, это ручка пишешь. Ну-ка, может, там что-то еще передрели есть? Сейчас он сдохнет. Да, это было уже известно заранее, что он сдохнет. Давай заново. Запускай. Запускай. Вот точно игра. Да, это говорит, у меня с рукой случилось. Это у тебя с рукой случилось. Вот смотри, как я. Пока ты тут думал, я уже снял эту тряпку. Это одна из самых основных частей операции — снять тряпку. Где же лазерный скальпель тут, я что-то не пойму тогда. Если это ручка. Мне кажется. Вон там карандаш, ножницы. Не вижу я никакого лазерного скальпеля. Ладно, тебе главное шприц опять. Давай, давай, хватай, хватай, хватай его, хватай. Теперь рядом с часами он справа. Где тут часы-то ты увидел? А, вот это ж... Вот, наверное, лазерный скальпель, да? Ну-ка, попробуй взять его. Так, какой взять-то еще? Во, он работает.
Вон, прикольно. Его еще вымыть надо, он не вынимается. Тихо, ты мне руку не отрежь. Блин, он сейчас сдохнет у тебя сразу. Тебе быстрее, вколой в него. Как там. Я тебе вколю? Давай, давай, ты все, все. Вообще. Все, повернулись. Во, сейчас мы тут умышляем. А ребра тут пилятся? Ой, ребра пилятся, все пилятся. О, это тема, да. Аккуратненько так обкалывай его. Что-то хуй не может. Что-то он вообще теряет кровь, ты, мне кажется, ты я не колю. Ты не колешь, кали... опускай руку и тыкай. Не тыкается он, нифига. Опускай руку и вот так вот в таком положении. Ты нажимай L20, чтобы он тебя вниз. Во, все, все, все. Он все равно теряет. Еще давай, еще давай. Операцию ручкой сделать. Суперхирургия. Только настоящий суперхирург-специалист может сделать операцию по пересадке почек с помощью ручки шариковой. Блин, и под наркотой. Да, это шприц реально, то есть это скальпель, жесть какая-то. Ты что, потерял уже? Да вкали ты это обратно в него, он сейчас мы потеряем клиента. Во, бери шприц. А где шприц? Ну, зашибись. Давай я кишки попробую вытаскивать. Попробуй повытаскивать. Надо и ребра, и кишки вытаскивать. Я не понимаю, что они не досверливаются. Подольше держать будет. Давай, попробуй что-нибудь вынуть. Вот часы опять снялись удачно. Нет, он сдох. Ты так смачно оторвал его кишку, что он сразу сдох. Давай теперь ты будешь колоть его шприцом, а я попробую его попилить. Нет, мне надоело. Нет. Мне надоело. Мы входим в роль, не понимаешь? Хочу, нет. А, у тебя уже лучше нет, получается. Я хочу. А мне сейчас будет плохо получаться. Мне не нравится этот шприц вообще совершенно. Ну давай попробуй, бери лазерный скальпель. Где этот шприц надо взять? Ты куда подальше? Так, подожди, только я шприц возьму. Не начинай его, сказал же, подожди. Это очень долго. Да, неудобно левой рукой шприц-то брать. Сука. Шприц, берись, падла. Уберись, падла, шприц. Ну, чё же он не берётся-то? Ну, сука, берись, я сейчас пациент потеряем кровь, кровопотеря. Взял. Ну ладно, хрен с ним. Я вот так посмотришь, что ты потом не. Я вот так сейчас кольнул. Кольну. Все, вроде кольну. Что-то кровь все равно теряется постоянно. Не понимаю, почему. Дать от лазерного шприца надо очень осторожно обращаться. То есть лазерный шприц. Лазерный шкальпель надо осторожно дать быть, потому что он, блядь, много крови сразу отнимает. Он кровь поставит, я это не знаю. О, давай отламывай там. Ты можешь уколоться-то? Что-то это раздражает уже. Ну и как я уколюсь, если ты мне не даешь? Да быстрее, я посмотрю, что сделать солнце или нет. Ничего у нас не сделается. Руки, ну, пальцы надо было. Все, пальцы, руки оторвались. Тадоми, это моя жена. По совместительству помощник главного хирурга. Давай. Если что, мы не школьники. Давай. У нас еще есть немного времени, можно попробовать разок операцию провернуть, другой, и все. Я как говорил, что мы ее не сделаем, но зато покажем вам. Оперативный режим. Так, блин, подожди, я еще лазер там не взял. А что-то у него сразу кровь пошла, это вроде кольнуло его. Так сильно кольнуло, что задело артерию. Блин. Что-то придется операцию ложкой делать. У меня на пальцах хрень застряла и крутится, короче. Что может еще быть в этой игре такого? Ладно, я буду пилой пить уже. Отойди. Сейчас бы точно крови. Наплевать. Не хуже, чем от лазерного.
такое не пили. Давай, 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 пилить. Давай, пилить. Ты когда ты правильно вот сверху колешь, чтобы меня же чем задеть. Ай. Ну, ой, там у него выковырял что-то. Отлично. Вкалывай, вкалывай, вкалывай. Кого? Ну, не, не, он дохнет. Ну, он дохнет, я не понимаю. Он дохнет. Почему он дохнет, ребята? Мы же все делаем, вкалываем и все такое. Рекс, ты там у нас специалист по этой игре. Объясни, пожалуйста. Почему он дохнет? Или может надо его только в определенных местах его резать? И колоть. Тряпочка. Ты куда? Сюда. У нас начало получаться пилить, у уже отпиливать. У меня что-то тряпочка приросла сквозь руку. Ну обмотай на руку, да и все. Ну, будешь у нее сопли сморкать. Давай, шприц бери. Не хочу. Ну, надоел. Давай просто его зарежем, что ли. Ну, мы все хорошо уже зарезали его. Мне просто. Мне хочется пилой порезать. Ну, порежь, давай, порежь. Ну, только без шприца он еще меньше вытерпит. Ну, так бери шприц. Изувер. Ну. Видишь, как у меня хорошо получается. Ну, все, вот, ничего. А пила лучше, наверное, да, что? Всякие там эти лазерные. Ты только не умещайся, лапки. Я вкалываю его. Анестезия. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Только часы там не забудь. Ты ж кого-то да. Что-то никогда не отпилишь. Дай ему колоть, вот я не пойму, чтобы у него... Ты так пилишь яростно, что у него кровь вообще не останавливается. Я сейчас пилу забуду, что у него такое. Пора что-нибудь выковырять из него. Мне кажется, все-таки лучше выковырять. Вот эта кишка, она не дергается. Ее надо где-то там вот по швам обрубить, короче. Чем-то топором, что ли? Вот видишь, вот тут вот эти вот места, вот тут надо вот обрубать. Как? Ну вот, либо... А кишки-то вы? Возьми ту крутящуюся пилу, у нас все сразу выкрутится. Быстрее, бери. Вон она лежит с краю. Ты все поронял, конечно. Не, не, иди бери лазерный скальпель тогда. Это лазерный скальпель тоже не помогает. Помогает, помогает, помогает. У меня рука не дотягивается. Вытяни свою руку туда. О, можно ему перелом крови на него сделать даже. Ну давай, давай, давай. Вверх, вверх, попробуй. Или влево туда двигаем. Да куда? Ай! Себя зарезало. Хватай его. Ой, я в него колол тут лишнюю дозу. Давай, пили. Я буду колоть. Во, хватай его, хватай. Хватай. Подожди. Джедайский скальпель. Давай! Подаван, юный. Схвати этот скальпель. С закрытыми глазами, юный подаван. Ну давай! Это ужасно, пожалуйста. Ну давай! Сейчас ему что-нибудь другое отрежем. Ну мы уже шею перерезали, мне кажется. Ну давай. Ну ты боком руку вот так вот поверни, короче. Да это нереально. И схватишь. Блин, давай, 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 все получится. Давай, 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 давай. Ну долго мы будем скальпить, он сейчас уж распилит клиента без нас скальпит. Нет, он не хватает все. Ну так руку поверни. Вот так вот. Поверни руку, вот и хватает. Сейчас у тебя в руку прилетит. Давай. Давай, почти поймала, давай. Давай, почти поймала. Ну. Ну. Давай, 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 молодец, 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 молодец. Давай. Я жду, пока ты, короче, поймаешь скальпель. Вытаскивай пока из него что-нибудь. Чего вытаскивать, еще ничего не отпилено толком там. Я же сейчас буду вытаскивать, будет это. Блин, пальцы не время идет, было. Там 3 минуты и сейчас хана ему будет там. Mm-hmm. О, все, взяла. Давай, пили. Как? Вот по краям вот эти вот, да, вот где вот эти стыки, да.
Давай, только сейчас. Да ничего мне не помогает, сколько не пилили этим скальпелем. Ты подольше там на стыках подержи, а не отпилят. На каких стыках-то? Ну, где кишки, стыки вот эти, кишок. Ну, что за стыки, кишок, что за бред? Ну, вот, вот, вот тут вот подержи, вот здесь вот. Здесь, мне кажется, это неправильно. Вот здесь подержи, ты перепилишь его, да, их надо перепилить. Не перепиливается она. Подержи она подольше. Она давно перепилилась. Нет. Сейчас сдохнет от меня. Конечно. Не снит, блин, подольше. А ты нет, вот подольше. У тебя кому-то лучше что-то получалось. Да, кто хотел онлайн-мясо, вот вам, пожалуйста, онлайн-мясо натуральное. Mortal Kombat X отдыхает. Фаталити отдыхает. Мы сейчас сделали фаталити. Тогда Рекс пишет, лучше использовать обычный скальпель металлический. Хорошо. А, я думаю, сейчас мы тогда последний раз попробуем. Не получится, так не получится. Сколько можно уже больных-то тут уже изводить. Только не бросай наш шприц, там на морду ему можешь положить. Отпускай. Пускай, чтобы он не видел всего этого кошмара, что с ним будет происходить сейчас. Скальпель вот. Ваш приз убери тогда. Я пока сейчас стакан уберу. Стакан убирать, да. Не, не так надо было убирать. Вот без разницы, как его убирать. Большая. Ну. Сейчас мы кольнемся в левый пальчик. Так, а я пойду сначала пилу возьму. Нет, скальпель. Скальпелем тут надо ничего не это, надо сначала ребра отпилить. Ну, давай руку тащи, я не могу. Ты даже знаешь, как правильно пилы называются медицинские. Циркулярные, от слова круг, цикл. Вкалывай. Только сейчас у нас опять почувствует боль. Потеря крови. Это не в меня вкалывай, пожалуйста. Что-то мне это пило, мне кажется, все круче, можно вообще все полукаем. Эй, здесь не надо, я ничего не вижу, что я там, с чем я работаю. Эй! Держись справа, это рано. Сейчас попробуем вот поглубже войти туда. И там все распотрошить, все, что мне нужно. Вкалывай. Прямо там справа вкалывай, зачем ты куда-то тащишься, я не понимаю. Прямо справа от раны вкалывай и все. Вот, да, вот здесь вот. Кали, сестра. Сестричка. Мы выйдем из тебя, все, говно. Не вынимается, падла. Не вынимается! Ах! Ну вот так вот как-то, друзья, вот так как-то выглядит кооперативный режим в этой игре. Не смогли мы сделать пересадку почек и, наверное, не сможем, друзья. Печально, сколько пациентов погибло, я не знаю, над этим во время этого эксперимента. Ну такова судьба, не стать нам настоящими хирургами. Может, кому-то из вас стать, а нам нет. Зато вы увидели хорошие фаталити. Ну что ж, на этом у нас все. Больше мы хирургией заниматься не будем. С вами был Рашнидзука и Тадоми. Всем пока. До новых встреч.